Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас важнейшая тема – очищение потомков. Но это непривычное покаяние, пересмотр. Мы еще будем говорить о мировоззрении и об отношении между мужем и женой. Эта тема, конечно, потом будет еще раскрываться, но начнем. Значит, для начала. Эмоции женщины – чрезвычайно важны в развитии ребенка, при его рождении и развитии. Часто женщины даже не дают отчета о том, какие они огромные нарушения совершили и как это сказывается на детях. Вот я недавно консультировал молодую женщину, посоветовал матери пойти в храм. Все моменты уныния, обид на мужчин, сказать, пройти заново, снять. Все сделала, все хорошо. Никакой результата. Что-то держала. Я уж, так сказать, через силу думаю, ладно, посмотрю.